Здравствуйте, ребят. Вот сегодня сколько получил бандеролик. Но что мы сделаем? Мы вот эти сейчас вот так вот поднимем. А вот эти желтенькие отложим в сторонку. И чтобы вас не задерживать, мы вот эти желтые пакеты посмотрим в следующем видео. А так я их отложил. А еще сейчас только что, буквально готовясь к этому видео, Прохожу, слышу смс. Я быстро побежал, посмотрел, и еще пришли на почту бандерольки. Так что, ребята, кто не подписанный, подписывайтесь, ставьте, нажимайте на колокольчик, если кому интересно, что я получаю. Вот, и чтобы не пропустить следующих видео и быть в курсе дела, так что подписывайтесь. Потому что сейчас я вот про вот эти белые расскажу, а потом про желтые, а потом те, что пришли. Я же всегда говорю, пришли, приплыли, прилетели, прискакали. В общем, ладно, сейчас мы открываем, не нарушая традиции ни своих, ни чужих, открываем мы с самого маленького пакетика. Вот, вот он какой малюсенький пакетик, вот такой. И сейчас посмотрим, что же мне тут прислали друзья китайцы из этого. Ну, вы сами знаете, с Алиэкспресс. Мои серебряные ножницы. Так, а что тут? Да тут опять такое что-то. Оп, опять блестяшки. Ну, девчонки, ну что скажешь? Ну, девчонки просят выписать, выписываю им. Вот такая вот блестяшечка. Эти блестяшки, значит, вот видите, как я говорил тогда, сейчас я вам открою. Вот. Если блестяшки чуть подороже, значит, они еще прикрыты вот такой вот бумажечкой. Видите, не высыпается. Не высыпается эта вот штука. А которые не закрыты, подешевле. Я ж в прошлый раз, кто подписанный и кто смотрел предыдущее видео, уже пришло. Три вот таких коробочки пришло. И одна видно. Ну, как-то продавец, может, не закрыл или что-то такое. Ну, вроде бы все закрытые были. Короче, одна пришла вот с такими блестяшками. Пустая. Вот. Ну, обвинять, что обвинять? Ну, обвинять можно продавца только в том, что он плохо запечатал или вот так вот. Короче говоря, ребята, вот такая вот пришла присыпка. Это присыпка для ногтей. Вот. Но я вчера так сидел, кумекал, по видео ходил, по интернету, по ютубу ходил и думаю, что мне придется, наверное, такие штуки выписать и для себя, потому что у меня кое-какие созрели идеи, вот, идеи, ну, как, смотрю, что-то в интернете, не только я выкладываю свои видео, чужие смотрю, учусь, вот, и такой порошок мне понадобится для очень интересных целей. Но это будет потом, когда-то. Когда-то будет потом. Значит, следующий берем бандеролька. Ну, это не совсем белая, конечно, серого цвета. Ну, как это говорят, сколько там оттенков серого. Знаете, это фильм какой-то есть или что-то такое. Сколько-то оттенков серого. Ну, вот это белые, блестящие. А это такой серый, не блестящий пакет, вот, и, ну, все равно он относится туда-сюда. Это что у нас, не что иное, как меня попросили, значит, заказать. А что же они тут как сделали? Почему-то заклеено вот это что-то такое, какая-то бумажка. Ну, вот это такая жидкость, ребята, значит, почему-то заклеенная, не знаю почему. Это вот, я же говорю, я выписываю, заказы выполняю, значит, лаки, гель-лаки, обыкновенные лаки для ногтей выписываю. И попросили выписать вот такую у меня, заказать, значит, жидкость для снятия вот этих лаков, вот этих с ногтей. Ну, короче говоря, вот такая вот штука. Как же оно тут? Наверное, вот сюда так как-то капает, пахнет. Ну, пахнет, я вам не скажу, что противно пахнет. Как-то даже можно сказать и не пахнет, не ацетон это. Не ацетон это. Ну, в общем, вот такая вот жидкость для снятия лака с ногтей. Значит, я говорю, на это будут ссылочки внизу в описании. И перейдете, кому интересно, значит, будете, посмотрите, почитаете, себе выпишите.
закажете. Вот. И тем более, что были недавно, уже начинает. Кто это не пропустил вот это 11.11, что-то заказывал, сейчас уже начинают эти бандерольки мне с этими. Ну, ребята, это глупость, не верьте, это все чепуха, 11.11, потом Черная пятница, Киберпонедельник, все это обман, не верьте, ребята. Есть такие приложения, вот я вчера буквально, смотрел у одного распаковщика, он распаковывает бандерольки, рассказывает, и у него интересная была такая программка, значит, следить за ценой. Я себе ее скачал, и сейчас вчера пробовал, как начинаю, сегодня, может, буду заказы делать, посмотрю, как там, значит, там такая вот штука получается, комментарии, там фотографии можно смотреть, и такую кнопочку нажимаешь там, и там график вот этих цен, когда продавец снижал, повышал цену, следить за ценой. А, там еще есть такое нарисовано сердечко. Если на сердечко нажать, значит, вот, то это, как его, эта программа будет следить, и когда продавец снизит цену на этот товар, вам придет сообщение. Ну, насколько она, значит, ну, а я всегда говорил, ребята, ссылочка внизу есть на кэшбэк. Кэшбэк — это подписывайтесь на кэшбэк, покупайте товары через кэшбэк, и вам будет возвращаться часть потраченных денег вами на покупку. Если вы покупаете через кэшбэк, и когда вы пишете ответ или как отзыв пишете, и там автоматически, значит, вам эти денежки зачисляются, и кэшбэк — это, ну, короче, по ссылочке перейдете, там все будет. И сейчас вот такую большую бандерольку откроем. Что-то такое, о, может, тут черепаха, а? Лё, что-то такое, а вдруг тут черепаха? Черепаха — это как его? Тортилла, помните этот мультик про, да и кино про этого самого, про Буратино. Мультик про Буратино, так там была черепаха Тортилла. Я, как там она песни пела, это Раневская играла в фильме, Раневская там она, а вокруг нее лягушата там прыгали. Ну ладно, это все мультик, а мы открываем бандерольку. О, а тут не черепаха, а черепаха еще, помните, какой-то мультик тоже там про черепаху есть. Ага, что там она? А, мультик вспомнил, мультик про этого, как его, про львенка. Как черепаха и этот самый, и ежик, да? По-моему, ежик. Они, это, львенка там все. Мама говорит, их львенка, упади их съешь. Они говорят, это, говорит, не черепаха и не ежик. Это, говорит, что-то такое. Она говорит, я буду их называть, как она говорила, не бронтозавры, как их, а броненосцы. Броненосцы, он вывернется ежом там. О, я думал, он открыт, а это... А, вот что, вспомнил, смотрите. Тут эти прилипучки вот такие, значит, намачиваете вот чем-то таким. И хвить приклеиваете до кафеля в ванной комнате, значит, перед своим умывальничком. И сюда можно вот складывать, что туда можно? Ну, зубную пасту можно туда, эти зубные щетки, какие-то принадлежности сюда можно складывать. Видите, какая хорошая штучечка. И стоит она у нас всего-навсего... Сколько? $1.5 за 30 дней пришла. Ну, я всегда на конвертиках, если там есть какая-то информация, я на конвертиках пишу, за сколько дней, за сколько стоит написано. А если нет, то нет. Значит, вот, ребята, три таких бандерольки сегодня, три таких товара. Один большой, тут поменьше, а это совсем маленький. Пришли. Значит, сейчас я обзваниваю своих заказчиков, вот, и пускай забирает это все. Зубы чистят. А что, красиво, симпатично, да, такой вот. Мне тоже понравилось. Можно, ну что, если так, допустим, приклеить, то не обязательно сюда зубную щетку. Можно вот и ножнички положить, да, какие-то еще принадлежности. Даже, о, интересно, даже вот детям можно в детскую комнату какую-то, ну, в детскую, вот. И туда тоже какие-то можно сюда карандаши складывать, что-то терочки какие-то. Интересно будет. Так что, ребята, на все товары я ссылочки внизу в описании. Также не забывайте за кэшбэк. Кэшбэк — это реальный возврат денег, потраченных вами на покупку. При подтверждении получения товара вам денежки зачисляются и собираются. А так, сегодня благодарю вас за внимание. Не забудьте
подписаться, нажать на колокольчик, потому что еще три бандерольки желтые. В следующем видео буду рассказывать. Вот. И смс-ка пришла, даже две, по-моему, смс-ки. Завтра тоже пойдем получать бандерольки. Так что одна за одной идут, потому что бандероли я заказал в этот сезон, ну, какое-то количество хорошее, потому что, сами видите, я уже не по одной распаковываю, а по несколько штук. Еще раз вас благодарю за внимание. До свидания.